театре и по ту, и по эту сторону рампы живут, конечно, безумные люди. И чем жестче век, тем больше романтизма в тех людях, которые тут, и в тех людях, которые в зале. Потому что есть какие-то вещи, которые не могут быть никогда. Но романтики в это верят. И мы все вступили в осень, а у нас было лето, которое, в принципе, не давало вначале никаких надежд на то, что мы вот в таком составе увидимся сейчас. И замечательное ощущение, что можно сейчас какие-то очень простые слова говорить, а в сердце они звучат по-другому. Можно произносить вещи очень простые, можно сказать, мы начинаем 90-й сезон. И эта обыденная фраза по-другому звучит внутри. Вообще, мы понимали, что открывать сезон одним днем при таком количестве наших друзей нельзя. Мы кого-нибудь обидим. Потом мы решили, что сегодня в театре, вот сейчас, 2 сентября. У нас дважды 2 сентября, и мы опять будем открывать сезон, как позавчера. А вы, пожалуйста, на все слова, которые мы будем говорить, и вот сегодня мы открываем сезон, реагируйте, как будто бы сейчас именно 2 сентября. А сейчас, для того, чтобы начать, я скажу простые слова, которые, были обыденными 3 месяца назад, а сегодня звучат как-то совсем по-другому. Я понимаю, что в зале наши близкие родственники, то есть самые верные зрители, и потому они очень точно поймут эти простые слова. Я приглашаю на сцену благодаря вам, наши дорогие зрители, художественного руководителя театра Бориса Мельграна. Спасибо. На первом нашем открытии, после представления, а я вел это представление, я и сегодня буду вести, мой друг и коллега Владимир Гульфинкель сказал: послушай, никто тебе не скажет, ты только не обижайся, но ты почему-то все представление как будто изменялся. Я этого не понимал, но когда он мне это сказал, я понял, что это действительно так, поэтому я начну с извинения, а не с благодарности. Мне действительно неловко, что такое количество людей принимало, взволновалось, принимало активное участие, даже, можно сказать, боролось. Вот. Мне, правда, неловко, но я безмерно благодарен всем вам, всему театральному сообществу, которое стеной стало в защиту театра, и благодарен губернатору, который принял решение, это решение было правильное и мудрое. Это решение сохранения театра, и все действия дальнейшие, они направлены на сохранение театра. Я благодарен и вице-губернатору, руководителю правительства и его замам, которые помогали в этой действительно непростой истории. Спасибо вам большое. И отдельные слова благодарности всему театру, потому что театр – это организм. И когда организм начинает болеть, то что-то начинает страдать, а какие-то части этого организма начинают бороться. Вот. И организм этот выстрел, и он в результате стал еще крепче, чем был. Я желаю вам хорошего нашего сезона и нам, желаю
замечательного сезона и вообще крепкого, надежного и очень нужного Перми театра. Ну все, мы начинаем.